там качество, вырезку делаешь? Качество вырубки проверялось, а вырубки все здесь. Где? Подождите, говорите, не разбегайтесь, сами разбегайтесь. Вот там весь бортовой камень ниже асфальта. Вот так сделал. Уже высели, да, так что так здесь. Вот здесь он практически вровень, а там-то вообще 2-3 сантиметра. Если я сопровило положу, я говорю, тут 2-3 сантиметра будет. Честно? Эстетика же вообще. Вы же за это деньги платите? Вы деньги платите? Ну, вот. Да? Я как много платил. Лучше не про деньги. Нет. Лучше совершенно не про деньги. С эстетической точки зрения. Пожалуйста, не будет. Что будет делать? Да, асфальт. Вот этому асфальту идет яму делать. Есть гарантийные же, мы сделаем. Ну так а зачем надо нам ждать гарантийную, нет, когда это надо вообще делать? Вообще, то есть, если будет проект, да, со всеми отметками, и отрезы, да, были бы вопросы. То есть мы работали по существу. То есть мы здесь как бы, ну, как сказать, все ровно, такой задачи-то и не было сделать. То есть, да, есть, то есть, как бы, вот перепады, естественно. То есть мы их просто, эти перепады, повторяли. Потому что проектных отметок, еще раз говорю, нет. Проекта на это нет. То есть вот именно на... Есть просто тех задания, да, есть объемы работ, которые надо выполнить, все. То и местами... Как получится. Если вот, ну, то есть до отметок доходить, да, то есть до уровня, то должна быть проектно-сметная рекомендация. Должны быть, эти здесь должны были, да, отмерить, как было до, как стало после, то есть, да, и покажут, через каждый, там, не знаю, 10 метров, то есть должны быть проектные отметки, которые мы должны были привязывать. Эти работы не было проекта. У нас запроектированы были только зоны отдыха. Там работали какие-то листья, там, то есть, все сделано.